Да, друзья, теперь есть понимание. Ну, примерно вот весной, ребята, я также слеповался. Первый раз, когда выходил на воду, это уже вода упала. Сейчас она в таком режиме. Каналы все затоплены. Здесь, мне кажется, сейчас четкая рыбалка на удочку. И лес, плотва должна клевать. Просто под обрыв, друзья, уже вода. Стоят какие-то доночки у местных. Ну, деревенские ставят. Стрижи начинают гнездоваться. И вот обрыв, где они должны сейчас жить, вот затоплено. Они где-то под кромкой, под самым верхом живут. Но уже много. Не знаю, ребята, дожди, конечно, очень сильно сказались. Просто шли проливные такие ураганные дожди, ливни. Участки затопило, огороды все сырые. Блин, конечно, урон, прям урон. Ну, скорее всего, наверное, должны выйти грибы. Мне надо съездить на разведку. Кстати, есть на чем ездить. Не знаю, друзья, кто давно со мной, кто знает, что у меня есть вот такой вездеход, мото-вездеход от компании Тафалар. Ну, а кто недавно на канале, сейчас немножко покажу, ребята, есть хорошая информация именно по технике. Погнали. Ну, в общем, небольшая информация, ребята, по поводу техники от компании Тафалар. Многие знают, и, в принципе, наверное, все знают, что я хожу на мотособаке 600-ки. Начинал с 500-ки, лонгом утопил его, и сейчас двигаюсь на 600-ки, уже второй сезон отходил, ребята, и не нарадуюсь. В общем, у ребят сейчас есть акция. Я знаю, что многие задумываются приобретать мотособак именно от компании Тафалар. Многие, может, уже купили, я знаю, что многие взяли. Ну, в общем, ребята, кто задумался, может, кому-то как-то будет полезно. Ребята сейчас проводят акцию. В общем, по промокоду Дрюня, ребята, будет скидка 10 тысяч рублей. В данный момент сейчас ребята ее проводят. Ну, может, кто-то задумался приобретать к осени. Имейте в виду, что будет небольшой бонус по промокоду Дрюня 10 тысяч рублей на всю продукцию, ребята. 600-ка, лонги, миники, 500-ки. Ребята, кому может будет в цвет, так скажем, то номер телефона оставлю, ребята, звоните, говорите промокод Дрюня, и парни вам сделают десяточку. Мне кажется, как минимум можно отбить транспортную дорогу. Это очень хорошо. Ладно, братва, едем во двор. Там ждет кое-что интересное. Погнали. Ребят, сегодня на обзоре крутые ништяки от компании Redwerk. Многие знают, что, ребята, строю гараж, никак не могу достроить. Ну, остались там последние штрихи, это внутрянка, это небольшая обделка, поставить, в общем, ну, короче, там подустрою все полочки там сделать. Ну, короче, есть еще работа, ребят, в целом. И списался с компанией. Нужен инструмент, друзья. Было дело, срался без инструмента, вообще был пожар, строил баню, и, в общем, в предбаннике, пока шла стройка, погорело все, шли в машинки, болгарки, пила, блин, все, что нажито было, и по сильным трудом все сгорело, остался вообще, в общем, я без инструмента. В общем, ну, ребята с компании Redwerk подарили, ребята, крутые ништяки, я выбрал то, что необходимо и лично для меня. Но это не только, ребята, для стройки. В деревне всегда нужен инструмент, потому что все деревянное, ребята. Каждый год мазки, заборы приходят в негодность, и инструмент всегда нужен. Короче, ребят, давайте распакуем крутые ништяки от компании. Ребят, огромный ассортимент, ребята, там, помимо шлифмашинок, там просто радует глаз. Я, ребята, выбрал для себя
Это у нас триммер бензиновый. Вот именно как раз сегодня буду им косить. Буду его тестировать. Соберу его. Ну и вот так, ребята, я выбрал для себя вот такие подарочки. Смотрите. Это у нас шуруповерт аккумуляторный. Бесщеточный. Ударный причем, ребята. Шуруповерт. Это, ребята, гайковерт ударный. Не знаю, это такая тема. Я подержал один раз в руках, и просто круто. Даже, ребята, машины просто бортируют колеса. Чтобы понимали, вся техника, ребята, весь инструмент на аккумуляторах. Так. Машина шлифовальная. Сейчас все будем распаковывать, смотреть. 125 мм, 18 вольт. В общем, здесь все у нас 18 вольт. Здесь, ребят, зарядник на аккумуляторов двойной. Это у нас лобзик аккумуляторный. Чтобы понимали, ребята, этот весь инструмент можно брать в лес куда-нибудь и строиться и так далее. Еще одно зарядное устройство. Здесь у нас, ребята, ручная аккумуляторная дисковая пила. Тоже все на аккумуляторах. И, в общем, друзья, 5 аккумуляторов. 5 ампер. 5 штучек. Вот вы писали на шуруповерт, Андрюха. У меня 2 ампера. Здесь у нас 5. 5 штучек. В общем, у нас весь инструмент подходит одинаково, аккумулятор. Давайте распакуем один, достанем. Как вообще выглядит аккумулятор? Такие коробочки. Ну да, видно, ребята. Мощный аккумулятор, 5 ампер. Показывает зарядник. Четко. Так, ну и здесь получается, что у нас еще есть. Так, диски. Так, что-то ребята доложили. Так, это что у нас? Аккумулятор. Парни положили диски на болгарку, ништяков накидали. Отрезной круг по металлу. Так, здесь у нас леска на триммер. Здесь что у нас? Шпулька, алюминиевый паук для триммеров и кустов. А, это тоже все к триммеру идет. Так, ну и здесь диски лежали. Пока доехали, немножко рассыпались. Вот, в общем, ребята, вот такие ништячки. Так, ну ладно, не терпится, ребят, уже открыть, посмотреть. Шуруповерт. Шуруповерт. Так. Ну, круто, друзья, смотрите. Патрон железный уже, не пластмассовый. Раз. Так, вот у нас режимы, да, это сверление, это крутить саморезы, а это молоток ударный. Две скорости, также есть фонарик. Документы, даже бита, ребят, биту положили. Инструкция по эксплуатации, но это нам опять же не нужна, как обычно. Ну и здесь еще закручивается эта тема, чтобы подвешивать его можно было куда-нибудь. Огонь. Шуруповерт, братцы. Так, идем дальше. Гейковерт. Вот эта тема, ребят, вообще просто крутая. Все то же самое, друзья. Документы. И, в общем, берем батарейку. Батарейки, говорю, еще раз повторяю, что они подходят на все модели. Помнишь, у нас
одна батарейка на все, на весь инструмент. Бомба. Вот это тоже вещь, ребят, необходимая. Что-то по технике поковыряться. Ну а кто вообще что-то кулибит? Блин, ну это вообще круто. Так, здесь у нас все. Здесь тоже прицепной. Надо будет прикрутить. Ставим накручение. Так. Как у нас вот таким образом, да? Нет, у нас вот таким образом. Сейчас сразу закрутим. Оп, подвесили его. И все. Так, ну что, ребят, давайте дальше все распакую. Все батарейки. Весь остальной инструмент. Распаковал, ребята, весь инструмент. Шуруповерт. Ну, понятно, да, я уже показал его, ребят. В общем, гайковерт. Вот такой лобзик. Все с подсветочкой, регулировочки, углы и так далее. Самое главное, ребят, что это аккумуляторная шлюф-машинка вот такая ручная. Вот она здесь включается. Можно полировать. Так. И в общем, ребята, торцовочная пила. Блин, ну это вообще... что-нибудь резануть, блин, тоже круто. Вот планово, что мне необходимо. Ну это понятно, бывает, что-то надо шлифануть, где-то что-то отрезать, понятное дело. Ну это понятно, где-то красиво вырезать. Ну а здесь торцануть что-нибудь еще. Вот, ребят, такой набор. Ну и два зарядника, в общем, которые будут заряжать все это дело. Тоже отдельно, смотрите, лежит вот такой мощный зарядник с индикатором. Все показывает, все рассказывает. Да, все поставили, и зарядка пошла. Очень доволен, ребята, таким приобретением. Все это мне в хозяйстве очень будет нужно, пригодится на всю жизнь. Без лишних слов, ребят, все буду тестировать. Именно сейчас как раз будет стройка. У меня уже в планах заказывать доску, завозить и уже доделывать. Как раз все, ребята, вот этим инструментом и будем пробовать. Гайковерт сделали. Ну, это понятно, что есть какая-то техника. Что-то покрутить, открутить. Потому что, блин, вещь. Ну и триммер, ребята, который сейчас соберем. Который сейчас соберем и... попробуем в деле его. Thank you.
Так, друзья, ну что, все, собрал, в принципе, ничего сложного. Все круто. Я года 2-3 мы приобретали тоже, получается, триммер. Ну, здесь прям все до мелочей так приятно, ребята. Вплоть даже до хомутков. Вот два хомутка положили для того, чтобы закрепить вот этот провод. В наличии, ребята, свечник. Ключ под диск, получается. Даже вот, смотрите, такие заглушки резиновые. Это вот двухсоставник. Сам идет вал там внутри. И вот он половинчится. И просто резинка закрывается. Блин, круто. Получается, как сказать, пояс, не пояс. Ремень, получается, чтобы его одевать. Вот такой бак. Бак, кстати, очень большой. Надолго хватит. И вот такого цвета, ребят. Прикольно. В общем, все собрал. Все четко. Положили шестигранники. Все, молодцы. Вот сейчас поставил шуруповерты шестигранничками. Все сделал. Сейчас заправимся и попробуем сделать первый запуск. Так, вроде все сделано добротно. Глушитель. Все, смотрю, все классно. Все. Уже стоит, ребята. Уже стоит леска. Все, собрал. Ограничитель лески, все четко. Леска уже стоит, и еще целая бухта идет в комплекте. У меня такой набор, ребята. В общем, здесь вот все эти шестигранички. Шуруповерт сейчас поставил, и нормально. А чтобы кто понимал, что такое гайковерт, ребята, вот смотрите, вот эти головки. Они вот одеваются именно сюда. И ты уже крутишь непосредственно гайковертом, а не вот именно ключами. Также можно поставить переходник. Раз, и уже куда-то подлезть. Понятно, да, ребят? То бишь, тема, блин, вообще крутая. Я давно мечтал. Теперь у меня есть. Так, ну все. Тут, в принципе, все готово. Заправляемся и делаем первый запуск. По поводу заправки, ребята, это двухтактный двигатель. Ну, в общем, подходит любое масло, даже которое заправляете, я имею в виду мотор лодочный. Это у меня масло разбавленное на пилу, на штиль. Штилевское масло беру отдельно и разбавляю. Да, бак такой радует. Все, полная коробочка. Закручиваем бак. Также в комплекте, друзья, идет мерный стакан. Мерный стаканчик тоже присутствует. Что, родной? Давай. Так, что у нас? Один. Подсос. Подсос. Что, попробуем накачать? Так. Завелся, ребята. Двигатель на обкаточке. Пускай подарабанит немножко. Все отлично. Есть такая кнопка, кто не знает, ударяешь, и леска сама выдвигается. А вот этот ограничитель как раз срубает ее. Ну, я просто объясняю, ребят, просто мне люди смотрят, ну, с разных, так скажем, телодвижений, которые, может, и не косили ни разу. Все, пускай потарабанят. Я сейчас переодеваюсь. И вот, вокруг огородиков, тротуары, баня. Надо все обкосить. Отлично. Вот так одеваюсь. Брони старые, дырявые.
потому что летит капитально. Ну все, погнали, поработаем. Ну что, друзья, для первого раза пойдет, да, то, что у нас было раньше, конечно, не сравнится, это намного мощнее, намного оборотистее, бак намного больше хватает, 1,5 бака, ребят, пожег, там возле дома, везде, короче, а такого аэродрома нету здесь, огородики, такие места, трава уже большая, первый покос должен быть намного раньше, потому что, ну, это все-таки триммер, ребята, он поддерживает газон, а не косит большую траву. Ну все, круто, поработали, выбираем траву. В общем, ребята, инструмент будем тестировать. Ну а так, вроде все бюджетно, ребята, вроде как отзывы хорошие. Внизу оставлю ссылочку, заходите, смотрите. А я буду тестировать. Пока.
О, красота.